Всем привет, я Огнис, и это вторая часть обзора DJI Inspire 1. Перед тем, как собрать коптер, я рекомендую всем установить приложение на телефон или планшет. Если у вас Android телефон, тогда вы заходите в Google Play Market, вводите DJI Pilot и устанавливаете это приложение. Если же у вас iPhone или iPad, вам потребуется проделать некую операцию с помощью вашего компьютера и кабеля. Как это сделать, я сейчас вам расскажу. Для того, чтобы установить приложение, нужно подключить iPad к компьютеру. Закрыть iTunes. Запустить приложение iPhone Box. Его можно скачать по ссылке в описании видео. Итак, мы видим мой iPad. Теперь вам нужно взять и выбрать функцию «Установить приложение». Найти приложение, выбрать его и дождаться его установки. Все, приложение установилось. Запустим его и перейдем к сборке аппарата. После того, как установили приложение, достаем Inspire, вставляем в него батарейку, достаем пульт, подключаем к пульту ваш iPad, включаем пульт, включаем Inspire двойным нажатием. Приложение клацаем Mode и выбираем Exit Travel Mode. Теперь мы можем прикрутить камеру. Для того, чтобы это сделать, мы выключаем Inspire. Достаем камеру. Теперь прикручиваем пропеллеры. Вот бывает с черной гайкой, бывает с серебряной гайкой. Здесь черная метка, значит, мы устанавливаем черный пропеллер. На пропеллере показано, как его, в какую сторону закручиваем. Для этого придерживаем мотор и закручиваем. Берем следующий пропеллер и делаем то же самое в обратную сторону. Теперь подключим второй пульт. Для этого возвращаемся к приложению, выбираем значок, где два пульта, и смотрим пароль от главного пульта. Вот видите, проставлено set RC status master connection password 1234. Теперь берем второй пульт, включаем его, подключаем USB кабель и проставляем здесь режим slave, нажимаем найти главный пульт и выбираем главный пульт. После того, как он подключен, мы видим галочку, но у вас еще спросит пароль, который был на предыдущем шаге. Итак, мы настроили вместе с вами коптер. Если приложение попросит вас обновить прошивку на коптере и пульте, воспользуйтесь вот этим видео. В следующем видео мы откалибруем коптер и посмотрим, на что он способен. С вами был Огнис. Пока. Все, коптер готов к взлету. С вами был Огнис.